Понимаете, дело в том, что не проявлять инициативу, а в чем вот вы понимаете инициативу женщины? Вот в чем ее инициатива заключается? То есть инициатива женщины — это красота. Да какая еще инициатива может быть у женщины? Как она должна? Типа, давай на мне женись. Какая инициатива? В чем инициатива заключается? Красота, она имеет природу, она, вот смотрите, красота какая она. Красота, она привлекательная. Но когда женщина ведет себя очень активно с мужчиной, если мужчина пассивный, сам по себе слабый человек, тогда это привлекательно. Он то хорошая женщина, она будет за меня работать, будет все вопросы решать, классно. Выйду за нее замуж, да? А как еще? Что значит инициатива женщины? Женская инициатива — это красота, это хорошее поведение. По факту инициатива исходит от женщины. Инициатива исходит от женщины. Потому что она обладает силой привлекательности. Это женщина привлекательная. Она обладает силой, поэтому и все, ей интересуется кто-то из-за того, что она привлекательна. Для того, чтобы стать привлекательной, для этого надо развивать качество характера соответствующие. Они развиваются в деятельности. Не в мыслях о том, что хочу замуж, от этого характер не развивается. Он развивается в деятельности. То есть женщина должна по-женски действовать. То есть она должна заботиться, нежно относиться. И эта деятельность, она развивается как личность. То есть, а я, допустим, не люблю готовить. А ты попробуй, начни готовить. Побольше полюбишь потом, и потом больше будешь готовить, еще побольше полюбишь. И в этом красота, то есть вот это вот приготовление пищи с любовью, делает отпечаток на лице. Нежное обращение делает отпечаток на лице. Все, что у женщины есть хорошее, все дает отпечаток свой на лице. Таким образом, женщина становится привлекательной своими поступками. Если она вот так вот такая, вот так себя ведет, значит она достойно быть замужем. Естественно, находит себе человека, потому что тот, кто достоин, это всегда чувствуется и это притягивает. В этом поведение женщины, то есть поведение не в том заключается, чтобы подойти и сказать, ты что, не знакомишься, мужик, со мной. Значит, он не готов еще знакомиться, он еще не мужик, значит, он еще учится быть мужиком. Ситуацию в этих случаях торопить — это очень глупо. Женщина, если начинает торопить ситуацию, мужчина, если он хочет жениться, он сам будет активно себя вести. А если он не хочет, значит, он не созрел еще как личность, он не может ответственность брать за семью. Зачем тогда его мучить? Себе просто проблемы создавать. Пускай дальше созревает. Как понять предназначение ребенка в 7 лет? Хороший вопрос по теме. Вот смотрите, то есть мы будем говорить сегодня на лекции о том, что есть разные конституции разума. В соответствии с конституцией разума человек имеет ту или иную наклонность. Но наклонность человека проявляется в правильной среде. Если люди живут в правильной среде, в правильной структуре семьи, тогда в этом случае человек начинает развиваться как личность правильно. Смотрите, современная жизнь какова? То есть человек живет как потребитель информации, то есть телевидение, радио, там, книги. Все просто входит внутрь, он ничего не делает. А личность развивается в поступках, она не развивается. Допустим, я развивался, меня там в секцию самбо отдали, я там развивался. Потом в шахматы отдали, развивался. То есть развитие, когда человек что-то делает, он должен действовать. Если человек просто сидит в компьютерные игры, играет, это не действие. Это никак не дает ему никакой контакт с окружающим миром. Это просто развлечение, искусственное что-то, которое не дает человеку возможность открыться. Цветочек не растет, не раскрывается. Поэтому, чтобы понять предназначение ребенка, для этого нужно правильную атмосферу создать в семье. Если в семье все занимаются тем, что приходит домой, там папа телевизор смотрит, мама по телефону болтает,
каждый развлекается, нет работы над собой, нет развития в семье, люди не развиваются, то значит, что этот, вас только всех сразу. Спасибо. А вы можете цветочек положить вот туда, потому что меня не видно будет? Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо. Рад вас видеть всех. Спасибо. А кто у вас руководит? Как вас зовут? А? Ивановна. Спасибо вам, Ивановна. И, понимаете, если человек в пассивном состоянии находится, в психическом, ему 7 лет. Разум не активен в это время. Разум есть. Он должен быть, начать активизироваться. Как это сделать? Когда родители работают над собой, ребенок тоже начинает работать над собой. Родители развлекаются дома, ребенок развлекается. Пока человек развлекается, работает только ум. У ума нет никакого предназначения. Он просто наслаждается жизнью. Все. Ум только может мечтать. Допустим, человек мечтает о том, чтобы у него было много денег, много власти, там еще что-то. От этого ничего не меняется в жизни. Мечта ничего не меняет. Меняет поступок. Разум соткан из деятельности. Меняет поступок. Вот когда в семье, допустим, начинают работать над собой, там, зарядку делают, допустим, простые. Есть 5 уровней деятельности, развивающей личность. Самая простая деятельность, развивающая человека, это физическая деятельность. Зарядка, закаливание. Какие-то, допустим, упражнения, походы какие-то, допустим. Это уже развивает человека. Любая физическая деятельность уже развивает человека. Следующий уровень деятельности, который развивает человека, это деятельность такого эмоционального уже плана. То есть это музыка. То есть человек учится на пианино играть, он развивается, учится стихи писать, учится рисовать, учится делать какую-то эмоциональную деятельность, которая развивает в нем тонкое восприятие мира. Следующий вид деятельности, который развивает человека, это деятельность, связанная с достижением знания. То есть, причем есть разные виды знания. Люди в основном предпочитают развивать ребенка в тех видах знаний, которые дают ему специальность, профессию. Но на самом деле это развитие, оно сейчас гипертрофировано. То есть вот эта идея, что нужна специальность, она настолько сейчас стала большой, что она закрыла все. Причем даже более важные вещи. Например, в человеке самое важное – это следующий уровень развития. Да, смотрите, мы сейчас взяли физический уровень развития, эмоциональный, и дальше умственный, специальность, совладение специальности какой-то. На что тратятся огромные силы? Люди по 15 лет учатся, чтобы овладеть этим. Есть высший еще уровень развития, 4-й, называется нравственный уровень развития. С этого момента начинает действовать разум. Что такое разум? Это сила, меняющая судьбу человека, меняющая личность. Если человек развил разум, он может изменить свою жизнь полностью. Он может себе и специальность получить, какую ему надо. И может все, много-много чего сделать в своей жизни. Вот, если... Это наши уже поставили на план лекции. Итак, 4-й тип развития личности – нравственное развитие. Оно дает человеку возможность развиваться в полной степени. Понимаете, в наше время люди не уделяют сильно большого внимания этому развитию, считая, что это не поможет быть богатым и счастливым. Но это на самом деле
заблуждение, потому что когда человек уже устраивается на работу, да, то кого выбирают, кого, каких людей предпочитают, развитых людей, именно нравственно. То есть, если человек честен в выполнении своего долга, если человек обходителен, мягко общается, если человек трудолюбив, если человек способен прощать, не амбициозен, то есть он скромно относится к себе и уважает других, то это означает, что он сильный как личность, и естественно он сразу его положение в обществе очень сильно возрастает, такого человека. Но в наше время никто не уделяет этому внимания. Смотрите, в каких школах учат нравственное воспитание, где детей обучают, как, каким человеком стать. Где вот это обучение? Нет этого обучения. Математика, физика, химия, там, биология и все. Но где тогда ребенка этому учить? Понимаете, вот меня вопрос задали, как понять предназначение ребенка 7 лет. Когда физкультурой просто занимаемся в семье, ребенок просто начинает жить. Он начинает становиться активным. Он не просто в компьютере сидит. Зарядку все вместе начали делать, ребенок начал жить. Эмоциональное развитие, допустим, пианино, там, художественное развитие, дает человеку возможность глубже воспринимать этот мир. Дальше, пошел в школу, начал учиться, дает возможность развивать мышление. Но развивать себя как личность, вот, допустим, что значит развивать себя как личность? Заставить себя учить уроки, это уже... другое, понимаете? Это уже другое развитие, это уже нравственное развитие называется. Это нравственное развитие, оно непростое, это непростая вещь. Невозможно заставить ребенка быть нравственным. Допустим, можно сказать, не обманывай ребенка. Ну, можно говорить это хоть 1000 раз. Все равно он будет таким, каким он, в какой среде он находится, таким он и будет. Вот здесь уже, понимаете, здесь вот как понять предназначение ребенка? Не поймешь, пока среда не поменяется в доме, вот среда родителей, если родители нравственное образование сами не получают, у них нет наставника, у них нет работы над собой совсем, они просто живут как обычной жизнью, работа, дом, тогда ребенок, как цветок ребенка не раскроется, его предназначение не раскроется. Почему? Потому что предназначение находится в разуме. А разум развивается через нравственное развитие уже выше. Это уровень развития выше уже. Поэтому не надо ничего понимать, как понять предназначение ребенка. Не надо ничего понимать. Надо понять, как оно раскрывается, предназначение, и дальше смотреть, как оно раскрывается. Работай над собой в семье. Следующий уровень, 5-й, самый высокий уровень развития личности. Это когда человек с помощью отношений со святостью, с помощью отношений со Священным Писанием, возвышенной личностью и молитвой. 3 аспекта святости. Чистоты. Святость означает чистота. Чистота душевная, внутренняя чистота. Священное Писание, с этого все начинается. Потом через Священное Писание человек узнает о возвышенных личностях. И 3-й аспект его жизни – это молитва. Вот когда начинается молитва, тогда человек начинает чувствовать вечность в своем сердце. Начинает чувствовать, понимать, что есть высшие силы, понимать другие силы, меняющие судьбу. Допустим, как мы меняем судьбу? С помощью своего образования, в лучшем случае. Или с помощью своей красоты, каких-то сил, допустим, да? Мы можем поменять свою судьбу. Но человек может просто сделать то же самое, час помолившись с утра. Молитва огромной силой обладает, потому что люди связаны друг с другом силой веры. Вот, допустим, почему человека с работы выгоняют? Потому что начальник верит, что этого человека надо выгнать. Когда человек молится, то у него вера меняется у начальника. Он уже по-другому думает, воспринимает свое подчиненное. Понимаете? То есть сила веры, она быстро меняет всю ситуацию, моментально. Но мы вообще не знаем об этом ничего. Мы не понимаем этого аспекта. Вот то, что я сказал, кажется, что это Олег Геннадьевич сочиняет. Я не сочиняю, я так живу. То есть я этим занимаюсь. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что... вот эти вот 2 последних уровня развития. Нравственное развитие личности и духовное развитие личности. Они меняют человека очень быстро. Развивают ребенка очень быстро сами. Ребенка невозможно, разум невозможно вытащить вот так вот.
давай, развивайся. Как понять предназначение? Не поймешь. Он, вот цветочек, не распустился, непонятно какой цвет. Как понять? Что его так раскрывать? Даже не знаешь, как туда дотронуться до этого. Это тонкие вещи. Вот, ничего не поймешь. Вот нет, не распустился. Что делать? Надо начать по-другому жить. Надо начать нравственную жизнь в семье. А это начать, опять же, возможно, если ты это понимаешь, что это необходимо. Допустим, человек почему бежит на свидание? У него весь день занят. Он говорит, мне некогда это делать. Мне нет времени. Хорошо, почему ты бежишь на свидание? Потому что тебе хочется, у тебя есть необходимость внутри. Так и надо получить необходимость нравственной жизнью жить. Работать над собой, получить необходимость надо такую, внутреннее сердце. Эта необходимость исходит из знания. Когда человек что-то понял в жизни, он начинает работать над собой. Начал работать над собой, атмосфера в семье поменялась, все, он начинает сам раскрываться, цветочек. Вот он какой ребенок. Его потянуло туда, его потянуло сюда. Ему хочется делать то, что связано с его предназначением уже. Не просто развлекать себя. Как мне один человек сказал, а мне кушать нравится, это мое предназначение. Всем нравится кушать, спать и сексом заниматься. Это не означает, что я должен этим заниматься всю жизнь, понимаете? Предназначение – это не деятельность нашего наслаждения. Это деятельность, которая дает пользу другим. Вот этот вид деятельности, который успех приносит в жизни человека, он развивается, если человек перестает быть потребителем информации и становится активной частью жизни, своей судьбы. То есть он начинает ее менять с помощью своих поступков. Зарядка, закаливание, чувственное изменение мира, рисуем мир, там, сочиняем стихи, умственная попытка понять, как все устроено с помощью изучения, нравственная работа над собой и духовная с помощью отношений со святостью. Вот так человек развивает свой разум. Пять видов развития разума дают пять уровней развития разума. Если человек просто зарядку делает, там физически что-то делает, он становится просто волевым человеком, он развивает волю. Он, по крайней мере, может себя заставить что-то делать, но что ему делать надо, он еще не знает. Когда разум на чувственную платформу переходит, на чувственную платформу, то человек в этом случае способен добиваться отношений. Не просто с собой он может работать, а он может с другими людьми работать, он может вдохновлять людей. То есть чувственный уровень дает возможность человеку взаимодействовать с людьми. Вот смотрите, допустим, какой пример. Где, у кого сильный чувственный разум? У какого типа людей сильный чувственный разум? Классический пример. Какого типа людей чувственный разум? Артистов? Да, артисты, то есть. Старинные часы еще идут. Старинные часы. Да, то есть как? Жизнь невозможна. И все. То есть люди испытывают счастье. Ой, как она поет. Вот. Ну, то есть это чувственный разум, это сила, когда, которая меняет человека. Человек меняется от восприятия вот этого. Но понимаете, это значит, что этот человек развивался в этом аспекте. Он не просто таким стал. Это надо силу наращивать, как гантели, допустим. Тоже же силу наращивает человек, когда качает мышцы. Есть еще чувственная сила, есть умственная сила. Допустим, человек говорит, я доктор наук. Хорошо, это умственная сила. Как ты стал доктором наук? Почему ты стал доктором наук? Он говорит, я всю жизнь заставлял себя учиться. Так это уже не умственная сила. Понимаете, чтобы стать доктором наук, для этого надо иметь нравственную силу. Вот эта усидчивость или способность заставлять себя учиться, это уже не умственная сила, это сила разума. Она дает человеку возможность выучиться, понимаете? Дети сейчас не хотят учиться. Вот в чем проблема. У них есть способности. Все со способностью проблем нет. Простите, что вот мы с вами не видим друг друга сейчас. Я вот тут все это переставил, кто организаторы. Надо опять веб-камеру настроить. Я просто компьютер двигаю, потому что я хочу, чтобы мы видели друг друга. Это не я для вас пришел, это вы для меня пришли. Потому что я, когда на вас смотрю, я вижу, что у меня жизнь, она имеет смысл.
просто там, как растение, что-то делаю полезно на своем уровне. Спасибо вам. И это означает, что человек может от природы уже иметь вот это развитие, нравственное развитие от природы. Почему человек становится успешным в жизни? Потому что у него от природы уже есть эта сила. Допустим, девушка говорит, как выйти замуж? Я не могу выйти замуж, потому что нет женской силы. Почему ты не можешь выйти замуж? Нет женской силы. Откуда она берется? Из нравственной силы. Какова нравственная сила женщины? Нравственная сила женщины очень простая. Всегда раздавать энергию любви. Чего женщине больше всего хочется? Чего женщине больше всего хочется? Любви хочется, правильно. Это значит, что раздавать ее не хочется. Хочется брать. В чем же успех женщины заключается? Чтобы вот себя вот ограничить в том, чтобы думать о том, чтобы меня любили. Ограничить себя надо в этом. И раздавать любовь бесплатно. Но не значит, что надо... Какую любовь можно бесплатно раздавать? Любовь чистую. Это значит, что можно быть вежливым человеком со всеми. Чистая любовь женщины также в целомудрии. То есть не обязательно перед всеми открывать свое тело. Это не означает раздавать любовь, кстати. Это означает ее тратить просто. Если женщина открывает тело, она просто тратит себя. Она не бережет себя, а тратит себя. Это неправильный способ жить. А вот целомудренно, когда женщина видно, что она бережет себя, свое тело, и показывает правильное поведение, тогда она уже раздает любовь, потому что такое проявление женской природы очень привлекательно для разумных людей. Вот как чем разумный мужчина отличается неразумным? Неразумный смотрит ниже пояса, а разумный смотрит выше пояса. То есть он смотрит на личность, не на то, какая энергия идет, а на личность он смотрит, как человек себя ведет. Если женщина ведет себя правильно, значит, она разумная, значит, она будет хорошей женой, не будет гулять, не будет изменять. Я вас там совсем не вижу. Вижу только силуэт сверху. Вы меня видите? Нормально? Простите меня, что я ваши глаза не вижу, потому что я для вас пришел читать лекцию, но у нас с вами любовь в разлуке. Я как бы... Я хочу вас увидеть, но не могу. Не хватает возможности. Зала, может быть, моего зрения. Итак, сегодня четыре типа предназначения человека, цель лекции. Вообще, если говорить о вот этих типах разных людей, у нас как-то была передача на времечке в Москве о типах людей. Там собрались разные ученые, не знаю, почему меня туда пригласили, тоже как-то по какой-то причине. Вот. И мы начали общаться на эту тему. Ну, классическое представление о типах людей — это флегматик, холерик, сангвиник, меланхолик. Но из этих типов не вытекает предназначение человека. Вот как определить, какой темперамент должен быть у правителя? Правитель может быть флегматик? Может? Может. Флегматик означает сильный тип тоже. Сильный тип, спокойный человек. Очень спокойно принимает решения. Холерик может быть правителем? Гитлер — типичный пример. Моментально всех вдохновлял в одну секунду. Сангвиник может быть правителем? Может быть. Эти темпераменты людей относятся к чувственной деятельности. Ничего общего с предназначением человека они не имеют. Один ученый вообще сказал, что есть экстраверты и интроверты. Все, только два типа людей. Только два типа. Больше нет никаких типов. Вот смотрите,
И каждый выдвигал свое мнение. Откуда берутся эти типы? Сейчас вам объясню. Существуют разные уровни строения человека. Можно вообще сказать, что есть люди большие, маленькие и средние. Все три типа только есть. Все остальное это ерунда. И не сказать, нет, есть мужчина и женщина, есть только два типа людей. Понимаете, есть разные классификации, связанные с разными видами строения человека. Так, например, если брать физическое строение человека, то есть толстые, тонкие, большие, маленькие, средние. Понимаете? Ну, то есть это физическая конструкция, грубое тело, работа с грубым телом. Мы классифицировали грубое тело. Дальше есть тонкое тело. В тонком теле есть ум, энергия ума, которая думает, обучается, которая профессию осваивает, вот, которая размышляет и так далее. Это умственная деятельность. Ум также контролирует деятельность всего организма, эмоции, характер, все в уме. И у ума есть чувство. Чувство. Чувственная деятельность. Вот это вот уже следующая классификация. После грубого тела сангвиник, меланхолик – это деятельность чувств. У холерика чувства очень активные, безудержные. Флегматика – активные чувства, но они как бы имеют какое-то ограничение в деятельности. У флегматика чувства очень спокойные, неподвижные. Меланхолика – они ослаблены, несколько слабые чувства. И так далее. То есть это чувственная деятельность, ничего общего с предназначением человека не имеет. Дальше, экстраверт, интроверт. Чем связано? С деятельностью ума. Есть люди, которые воспринимают больше внутренний мир, а есть люди, которые больше воспринимают внешний мир. Имеется в виду не внутренняя жизнь, понимаете? Внутренняя жизнь – это деятельность разума, это совсем другое. Вот смотрите, что такое направленность ума наружу или внутрь? Сейчас объясню. Когда человек склонен мечтать, это деятельность ума внутрь. А когда человек склонен радоваться этому миру, как прекрасен этот мир, посмотри. Да? А другой, пропала Мальвина, принцесса моя, сбежала Мальвина в чужие края. Ну, то есть внутренние это восприятие, мечты. То есть, мечтатель или активный человек. То есть в плане чувственной деятельности, ума, умственной деятельности. Это интроверт, экстраверт. То есть нет опять никакого предназначения здесь. Это просто деятельность ума. Предназначение человека находится в разуме. В разуме. И с этого, с деятельности разума начинается понимание, кто такой человек. Вот, допустим, у собачек есть предназначение? Есть. Собачки бывают разные, даже мышки бывают разные. Мы, допустим, сейчас в частном доме живем, когда осень, все мышки бегут в дом, потому что холодно. И у нас такие мышеловки, как домик, то есть мы их не убиваем, просто они забегают в домик, закопываются, и мы их выносим погулять. Освященную пищу покушали, потом проповедовать на улице. Вот. Проповедовать уже дальше, потому что в доме нельзя находиться. Чистота не соблюдается, мышка не моется, вот она ведет себя грязнулей, поэтому ее на улицу. Вот, и знаете, мышки разные бывают. Одни мышки просто вот носятся по квартире, вообще ничего не боятся. Я одну мышку выпускал, ее вытаскиваю, она выбегает, а первый раз на меня посмотрела, запомнила лицо и побежала дальше. Ты за это ответишь тебе. Знаете, то есть даже мышки имеют разный характер. Причем тут разум. Мышка вообще ничего не соображает, она просто живет на автомате. Вот. Она не понимает, что делать. Что хочется, то и делает. Другая мышка, она так испугалась там в этой вот, что она вся вспотела, аж липкая стала. Я ее вытаскиваю, она не вытаскивается уже. Думала, что она уже умерла. Там потихоньку очухалась. А та вообще не вспотела, просто выбежала, смотрит на меня. Понимаете, даже мышки, но они же неразумные существа. Зачем по темпераменту судить о человеке? Это просто вот работает природа и все, и она ничего не дает в общем. Разум это другая вещь совсем. Она совсем по-другому действует, разум по-другому действует. Мышки бывают экстравертами, интровертами тоже. Некоторые сидят себе, грызут, никого не трогают. Другие интересуются всем бегом.
Одна грызет вот в одном месте и грызет, никуда не ходит. Разок помню, одна мышка плинтус грызла неделю, в одном месте просто сидит. Вот, а некоторые бегают. Ничем, понимаете, предназначение — это то, что нас отличает от животных. Если такие не самые низшие животные так себя ведут, то при чем тут человек? Как можно понять разницу? Разница заключается в том, что разум — это структура, которая дает человеку, дает живому существу свободу выбора. Свободу выбора. Вот, например, стоит мне больше работать, чтобы развиваться. То есть, смотрите, логика простая. Больше работаю, больше получаю денег, больше возможностей для развития. То есть больше денег, больше возможностей занять положение в обществе выше, идет развитие. Чем больше тружусь, для того, чтобы лучше трудиться, нужно освоить специальность. Более интеллектуальная специальность дает лучшую зарплату. Лучшая зарплата дает лучшее положение в обществе. Это одна логика. Как вы думаете, сколько процентов людей сейчас так живут? Ну как сто? Мы же с вами собрались здесь. Не просто так. Время потратили на то, чтобы прийти здесь, собраться, значит, не сто все. Ну 90 точно. 90 точно. И причина почему так? Потому что, понимаете, у человека есть всегда выбор, что делать. Или ему вот этим путем идти, который, в котором все идут. Или он начинает думать, а может быть этот путь неправильный? Может быть мне надо разобраться сначала, как жить? Может быть я неправильно живу? Надо разобраться сначала с этим. Вот это деятельность разума. Что тут разбираться, надо копать, да? Могу копать, могу не копать. Это уже нет деятельности разума никакой. Человек склонен копать. Мышка тоже склонна бегать. Нет никакой разницы. Разум означает, человек пытается понять, как жить. А потом пытается применять это в жизни. Это уже тоже непросто. Итак, разум — это прежде всего разобраться в вопросе. Есть второй путь. Я один путь сказал. Смотрите, вкладываем силу в специальность, в свою умственную, получаем хорошее образование. Хорошее образование — больше денег — больше влияния — легче жить. Меньше работаешь — больше наслаждаешься жизнью. Второй путь. Не отрицается образование, которое нужно для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Не отрицается это образование. Ставится на второе место после работы над собой. Даже на третье место. Сначала духовная работа, деятельность, молитва, потом работа над собой и потом уже своя профессиональная занятость. Почему места такие расставляются? Потому что человек знает, что от моего духовного состояния зависит моя жизнь. Он считает, что это более ценно для меня и важно, чем просто выучиться какой-то специальности. Я, допустим, сейчас так сказал, у многих в сердцах отозвалось. Ну хорошо, вот я научился молиться, и что, от этого это мне денег будет давать? Вот представьте себе, да. Как ни странно, вот кажется, ну Валерий Геннадьевич, какие деньги, вот я молюсь, никто мне зарплату не платит за это. Смотрите, логика очень простая. Человек, когда молится, он получает связь с высшими силами. Высшие силы что делают? Некоторые думают, что они нам дают возможности иметь что-то. Допустим, я хочу тебе квартиру купить хорошую, помолился, получил хорошую квартиру. То есть мы воспринимаем высшие силы как инструмент для реализации своих целей. Понимаете? То есть мы так примитивно воспринимаем, что они предназначены, это высшие силы, это такой дядя там стоит вверху, который имеет возможность дать мне квартиру. Я просто помолился, дядя раз дал квартиру, не помолился, не дал. Ну, значит, надо помолиться, чтобы дал. То есть, кто дядя там наверху, кто он такой? Он придаток моих желаний. Помолился, дал квартиру, не помолился, не дал. Он полностью подчинен моим желаниям. Все, дядя там наверху. Так некоторые воспринимают высшие силы. Это очень примитивно. Понимаете, если мы молимся, связь с чистотой, с какой-то высотой, высокой, чистой силой связываем себя, то это дает многие вещи в жизни. Первое, что дает,
раскрываются глаза на мир. Человек начинает по-другому смотреть. Он по-другому воспринимает мир, понимаете? То есть у него другой, он в другом мире живет. Вот в каком мире в основном люди все живут? Они живут в мире, который непосредственно находится рядом. Они не понимают, что скоро будет другая жизнь. Они просто этого не понимают. Сейчас объясню, что это значит. Один мой родственник мне недавно позвонил, ему 63 года. И он говорит мне: Олег, вот работа очень тяжелая, получает маленькую зарплату, 63 года. Говорит: Олег, мы вот ремонт затеяли, я взял большой кредит. Ну понимаешь, вот надоело жить вот в квартире, в такой жить, старомодной. Хочется сделать современную квартиру. Вложили большие деньги, заплатили за этот ремонт. И он говорит: мне вот 2 года надо еще работать, чтобы это все оплатить. А потом я уже на пенсию пойду. Главное, чтобы вот в этой нормальной квартире можно было жить. И многие так размышляют. Смотрите, 63 года. Это значит, в среднем по статистике жить осталось лет 6-5. Но в России 76 лет средняя продолжительность жизни, 77 где-то мужчины. Я не говорю о тех, кто умирает в раннем возрасте, там, алкоголиков. Ну, нормальный человек, допустим, ну, 76-75. Осталось 4, 5, 6, 7 лет жить. Вот в этом теле, понимаете, в этой квартире, в которую ты вкладываешь все силы, у тебя уже нет сил работать. У тебя нет сил, у тебя маленькая зарплата. Ты попашешь целый день для того, чтобы сделать ты ремонт в квартире, в которой осталось вообще немного жить. Зачем ты туда отдаешь все свои силы? Причина – незнание того, что ты скоро уже не будешь в этом теле жить. Понимаете, я как-то настроился на своего дедушку. Начал медитировать. То есть у меня такая деятельность, что если кто не знает, у меня такая деятельность, она связана с тонким восприятием мира. То есть я воспринимаю мир по-другому. То есть я тренирую способности выйти. Это подает мне возможность познавать мир, как, ну, это определенный вид наука, такая наука, которая дает другой плоскости восприятия мира. Даже, допустим, вы скажете: ну, Олег Геннадьевич, ты фантазер. Ну, хорошо, пускай это будет фантазия, но это хорошая фантазия, она отрезвляет. Я увидел дедушку в Китае, ну, в теле китайца. То есть он тело оставил много лет назад, 30 лет назад, уже взрослый человек, в теле китайца. Вообще ничего не помнит ни обо мне, ни о своей прошлой жизни, вообще ничего. Все забыто полностью, квартира, ремонт, все забыто, понимаете? Человек совсем другой жизни уже живет, вообще все это он забыл. Так зачем тогда это надо было, вот это все? Просто из-за тупости и все. Просто из-за тупости. Вот мы, понимаете, мы так сильно погружены в ту деятельность, вот, которое вот сейчас происходит с нами, что мы не понимаем, что есть вещи, которые с нами будут происходить потом, в следующей жизни. И эти вещи, они совсем другие, то есть это совсем другая жизнь, мы ничего не будем помнить о том, что было. Останется только разум. Останутся привычки. Привычки останутся. Вот чего ты любил, то и останется. И твоя способность менять себя останется. Сила разума останется. Все остальное тю-тю, до свидания. Деньги, до свидания. Семья, окружение, страна, в которой ты жил, связи, все, до свидания. После оставления тела. А когда тело оставлять? Некоторые думают, не скоро. Вы ошибаетесь. Неизвестно, может быть завтра. Никто не застрахован. Вот я сейчас летел к вам на лекцию в Киев. Самолет взлетел, в Москве был сильный ветер. Когда мы взлетали, самолет вот так качнулся. И чуть-чуть повыше еще раз вот так качнулся. Вот было весело. А это еще чуть сильнее качнулся, и лекцию почитала фотографию. Олег Геннадьевич. Памятная встреча была. Это реальность, которую мы не понимаем. Поэтому самое главное предназначение человека – это подготовить его к той жизни, которая будет потом. Себя подготовить, понимаете? Разум не умирает. Веды говорят, самый сильный вклад, который человек может сделать в свою судьбу – это развить себя духовно. Веры больше стало – это не погибнет. Способности менять себя больше стало – это не погибнет.
со смертью тела. Понимаете, это остается с нами. Это самый сильный вклад. Честности больше стало, не погибнет. Любви больше стало, смирения, простоты, доброты больше стало. Все это не погибнет, это остается с человеком. И жизнь другая будет потом. Сразу, как я такие вещи начал говорить, я говорю, так, к чему же он клонит, а? Вот честно вот вам скажу, ни к чему не клонит, вот честно. Оставайтесь в своей вере, оставайтесь такими, какими есть, ничего не меняйте. Просто поймите вот эту простую вещь, что мы находимся в очень сжатом пространстве понимания вещей. И ладно, я вам сейчас самый высокий уровень понимания сказал, до него расти и расти. Даже если у нас сейчас прорезалось, все равно пойдем сейчас с лекции выйдем, опять будем делать, что делаем. Ничего не поменяется. Не так-то просто поменять свою жизнь за секунду. Это очень высокий уровень понимания вещей. Но есть, понимаете, есть пониже, который более практичен. Пониже уровень, который более практичен. Вот я сейчас вам эту практичность объясню. Вот у вас, допустим, есть два подчиненных. Один подчиненный имеет больше образования, больше понимает квалификацию. Другой подчиненный меньше образования. Но тот, который меньше образования, он верный человек, честный человек, вдохновленный трудом человек. О зарплате не думает, думает о том, как у вас процветать все будет. А тот, который больше образования имеет, он, наоборот, неразвитый как личность. Склонен думать о себе только, о своем кармане. Склонен работать тогда, когда платят хорошо. Чуть поменьше платишь, уже не работаю. До свидания. Кого вы выберете? Неразумные люди выберут. А пускай будет высокая квалификация, пускай сейчас хорошо работает. Потом другого возьму, уйдет, другого возьму, будет хорошо работать. Нет, мои хорошие. Человека, который хорошо работает, очень трудно найти. Это не некоторые думают, хорошо работать означает высокая квалификация. Нет. Хорошо работать означает развитая личность. Развитая личность. Потому что если человек не развит, он будет хоть 7 пядей во лбу. Работать, чтобы работать, для этого надо деятельность разума нужна. Деятельность разума означает, что человек вдохновляет себя трудиться, у него есть правильные мотивы трудиться. Вот сейчас у вас тут кафе или ресторан как большой открылся, вегетарианский в Киеве. Я сегодня был, общался с ребятами, которые там трудятся. Это необычный ресторан. В нем... Вот думаете, реклама? Никакой рекламы. Я не помню, как называется, не помню, где находится. Это никакой рекламы. Вот. И в нем, в этом ресторане, люди необычные собрались. Они с молитвами готовят. Понимаете? Вот там другая атмосфера. Там очень хорошо. Там классно находиться. Просто отдыхает сердце. Не обязательно, может быть... Вот в этом направлении, допустим, ведическом, какие могут быть, допустим, разные структуры, могут быть нравственные люди, могут собираться и работать в любом деятельности, в любой деятельности, в любом бизнесе могут собираться. Имеет значение. Атмосфера будет сладкая, жить так гораздо лучше, понимаете? Неважно там, что находится в стране, какой бардак, там не бардак. Вы же можете сами организовать свою жизнь. Есть, допустим, семья, это вообще наша организация, наша собственность. Никто не может нам заставить нас смотреть порнуху по телевизору. Мы сами включаем ее. Так? Семья – это маленькая ячейка, которая от нас только зависит. От чего зависит, как живет семья? От нашего восприятия мира, от того, как мы понимаем, в чем смысл. Потом есть, если человек более развитый, у него есть команда, с которой он трудится, подчиненные. Тоже от него зависит. Там уже тяжелее, там, конечно, есть государство, там есть всякие инспекции и так далее, но какая атмосфера в коллективе будет, от тебя зависит уже. Вот смотрите, работаем хорошо, трудимся качественно, все, деньги получаем, атмосфера ноль. И вы проводите в этом 1/3 своей жизни. Мы проводим, потому что я тоже прожил, но у меня хорошая атмосфера, у меня только
возвышенные люди работают. У меня 70 человек окружают, которые работают над собой, молятся каждый день. И я тоже думаю, Господи, да за что такое, такое счастье? Люди необычные, понимаете, окружают. В это вкладывалась сила внутренняя. И так получилось, что вот такие люди со мной трудятся. 8 часов в день или 1/3 своей жизни проводим в атмосфере пустой ради денег. 1/3 своей жизни спим, 1/3 проводим в пустой атмосфере. Осталось 1/3. Вас это устраивает? Нет? Видите? Нас это не устраивает. Почему же мы тогда так живем? Потому что мы не знаем, что можно жить по-другому. Мы деньги поставили выше счастья. Потому что счастье зависит от атмосферы, в которой ты находишься. Атмосфера создается из нравственности. Она не создается из количества денег. Если люди много получают зарплаты, да, они могут быть вдохновленными внешне, но внутри от этого ничего не меняется. Я разок в Лос-Анджелесе зашел в один крутой очень магазин. Меня там так встретили, знаете, такие улыбки, такие люди очень красивые. Такие красивые люди, девушки красивые, очень привлекательные. Улыбаются очень красиво. Внутри пусто. Снежная королева, мультики кругом. Очень красиво снаружи, внутри пусто. Каменное сердце, холодное сердце. Не привлекает, не привлекает. Нет в этом во всем счастья. Вот эта нацеленность на бизнес, нацеленность на внешнее развитие, нет счастья в этом во всем. Почему так много семей распадается? 88% разводов на Украине, официальная статистика. Почему так много людей, семей распадается? Потому что ценности поменялись у людей. Бизнес, деятельность стала основой жизни, а там нет счастья в этом во всем. Счастье есть в бизнесе, когда нравственность выше бизнеса стоит. Когда в коллективе создается другая среда, люди имеют другие ценности для работы. Ценности какие? Любить друг друга. Может быть, мы работаем для того, чтобы храм строить. Начальник часть прибыли отдает на это. Мы для этого живем. Уже совсем другая жизнь. Понимаете, совсем другая жизнь. Для чего я это говорю? Для того, что вот это предназначение человека, деятельность разума, функции, четыре вида разума всего. Я сейчас объясню, это все очень просто, мы сейчас все это поймем. Но я почему так много о другом говорю? О том, что эти четыре вида разума не работают без более высокой платформы. Вот, допустим, сейчас мы поговорим об этих четырех видах разума, которые дают человеку профессиональные наклонности. У нас есть три центра разума в теле. Вот один в области лба находится, он связан с энергией знания. Второй в области сердца с энергией любви связан центр разума. И третий центр разума в области паха с энергией вечности или самосохранения связан. Я рассказывал вам на прошлой лекции? Да. Рассказывал. Ну, я сейчас быстренько повторю, потому что многие, кто из вас первый раз пришел? Многие пришли первый раз. По статистике 20% приходят первый раз. И вот эти три центра разума, они у каждого человека действуют с рождения, не меняя свои силы. Вот если светофор, он всегда то один свет, то второй, то третий меняется, то центры разума не меняют свои силы. Вот если у человека верхний светофор, вот этот, горит сильнее всего, на втором месте горит вот этот, чуть-чуть поменьше, и третий вообще не горит, самый нижний, то это значит, что у человека наклонности знания, энергии знания на первом месте, на втором энергии любви. Это значит, что человек считает, что людям не хватает знаний. У него такое предназначение – работает со знанием. Он считает, что это самая большая ценность знания такой человек. С рождения так считает. Если разум работает, что значит разум работает? Смотрите, сейчас я вам объясню. Очень просто. Когда разум работает? Очень просто. Когда человек в жизни не потребляет, а действует. Вот, допустим, в семье.
Мы приходим домой, просто включаем телевизор, там, газеты, журналы, там, развлекаемся, спать ложимся, потом пошли на работу. Разум работает? Нет. Разум включается только в том случае, если надо что-то себя заставлять. Вот, допустим, зарядку делать надо себя заставлять. Уметь женой терпеть ее эмоции, терпеть эмоции жены и признаться себе, что ее характер вот такой вот эмоциональный, такой навязчивый, который мучает меня, предназначен для того, чтобы я исправил свои ошибки в жизни. Она мне досталась по судьбе для того, чтобы я себя менял, вот такая. Это деятельность разума, так признаться, если в этом. Деятельность разума. Да не просто так сделали. Сразу возникает вопрос, а до канала? А почему это она мне достала? Может, я ей такой достался? Это уже не твое дело. Твое дело понять, кто тебе достался. Жена сама разберется со своей судьбой. Итак, деятельность разума означает то, что надо себя заставлять. А культура нашей жизни, она не предназначена для этого. То есть, смотрите, наша культура предназначена для увеличения возможности развлекаться, а не себя заставлять. Видите, заставлять себя жить в аскетизме не является ценностью. Для этого не нужно много денег зарабатывать, чтобы жить в аскетизме. Это же простая жизнь. Так? К этому никто не стремится. Все стремятся, чтобы было меньше аскез, больше комфорта, больше уюта, означает меньше деятельности разума. Чем больше комфорта, уюта, допустим, у женщины, смотрите, вот представим, допустим, картина такая. Сейчас женщина загадку вам загадывает, вам надо ее разгадать. Сложная загадка. Приготовьтесь. Картина такая, смотрите. У вас в квартире все само стирает, все само готовит, все само убирает, вы ничего этого не делаете. У меня к вам вопрос, вы будете красивой или нет? Нет. Спасибо тебе, маленький человек. Самая разумная женщина, которая... Остальные все задумались. Потому что кажется, что красивый, то наоборот я буду, если поменьше буду работать. Работать это да, но вот когда женщина с любовью стирает, она становится красивее. Когда она с любовью готовит, она становится красивее. Когда она с любовью о всех заботится, она становится красивее. Сразу женщин в сердце у многих, я почувствовал, возникла такая мысль. Олег Геннадьевич, вот если бы вы женщиной были, то вы так не говорили вообще. Видите, я говорю об аскезе сейчас, об аскезе. Это аскеза с любовью стирать и готовить этой свинье, которая даже не может мне ласкового слова сказать. Просто постирать можно, а вот с любовью для хорошего человека можно, а для мужа нет. Уже тяжело. Это означает деятельность разума, это аскеза. Олег Геннадьевич, на что, откуда брать силы стирать для мужа с любовью? Сразу возникает вопрос. Нет силы. У кого нет силы стирать с любовью? Вот просто стирать есть сила, с любовью нет. Поднимите руку. У всех остальных есть, да? Хорошо. Я запомнил всех. Кто не поднял руку? От духовной жизни берется сила. Сила человеческая берется от духовной жизни. Женская красота берется от духовной жизни. Если женщина молится каждый день, это молитва, связь с чистотой, с святым человеком, с священной книгой, молитвой. Дает человеку вдохновение в сердце, чистое сердце, чистоту в сердце дает. Вот эта чистота, она дает возможность действовать человеку с любовью. Не просто там тупо работать, а вкладывать в деятельность силу. И вот это вот первое предназначение, вот человек
У него здесь энергия знания, здесь энергия любви. Он считает, что знание спасет мир. Такой человек с рождения. Если он развивается как личность. Если дома царит потребительская атмосфера, никто никого не развивает, сам никто не развивается, все стоит как попало, ложатся спать как попало, никто зарядку не делает, никто не закалится, никто не молится, никто над собой не работает, все просто смотрят телевизор, ходят на работу и живут как все. В этой атмосфере не развивается человек. Разум у него есть, в зачаточном состоянии у ребенка есть вот это, он склонен к знанию. Это означает, что он склонен быть тем священником, склонен быть ученым, склонен быть преподавателем, склонен быть тренером, склонен быть врачом, допустим, юристом и так далее. То есть человеком, который связан со знанием. Связан со знанием. Он склонен быть таким человеком. Как понять в нем эту склонность? Никак не поймешь. Почему? Потому что разум спит. Чем этот ребенок занимается? Я в самолете летел, когда у меня сидел рядом молодой человек, и весь самолет, вот чем он занимался? Бежал человечек на компьютере по железной дороге. Человечек этот, он запрыгивал на вагоны, прыгал по вагонам, и цель была какая? Чтоб не раздавило. Ну, чтоб не раздавило, есть один простой способ сойти с железной дороги. Надо никуда бежать. Но человек, у него не было такого мышления, что надо сойти с железной дороги. Ему надо было бежать. И он прыгал, прыгал, его постоянно давило. Тут один поезд, то второй, то там между не допрыгнул до следующего вагона, понимаете? Этот человек 2 часа в самолете бежал навстречу поезду. Вот он и занимался этим, понимаете? 2 часа. Это жизнь или не жизнь? Чем он занимался? Вот знаете, чем... Вот возьмите, сядьте, просто сосредоточьтесь. Рядом с муравейником. Возьмите маленький кулачок земли, допустим. И смотрите за одним муравьем. За его движением. Бежит, бежит, бежит в одну сторону. Раз забыл, куда бежал, назад побежал. И вот так он бегает всю весь день. Куда-то, конечно, бегает, что-то хватает. Но в целом хаос. Почему? Потому что много желаний внутри. Желаний наслаждаться очень много. Вот этот человек весь самолет просто развлекал свое желание. Самое сильное чувство у человека – это чувство самосохранения. Почему бокс – самый любимый вид спорта или футбол? Как вы думаете? Потому что самое сильное желание у человека в жизни – это победить. Надо, чтобы мы победили. Неважно в чем, пускай забили кусок кожи, запихали в какое-то пространство ограниченное. Неважно, вот, где победили, неважно в чем. Важно, чтобы победить. Надо победить просто. Причем мы должны победить. Не они, а мы. Это один. И победа, и страх самосохранения. Это бокс. То есть опять победить. Набить морду другому. Самое популярное. Почему? Потому что сильно привлекает внимание. Это дает наслаждение. Когда ум занят у человека, это приносит счастье. Человек, в основном все игры компьютерные, большинство игр основаны на этом вот победе, на том, чтобы надо победить в чем-то. Неважно в чем. Женщины там побеждают в женских вещах, мужчины в мужских играх, есть женские, мужские. Но суть одна и та же. Допустим, у меня у дочери есть определенные наклонности. Она пришла домой и говорит: папа, я буду бухгалтером. Как в песенке, да, поется? Летчик высоко летает, много денег получает. Мама, я за летчика пойду. Вот. Она, я говорю, а почему? Ты же хотела рисовать. Мне сказала учительница, что это отстой рисовать.
денег никаких не будет, надо учиться на Бога. Она меня, говорит, очень любит. Я увидел в глазах ее любовь и сострадание. Она сказала: девочка моя, иди на бухгалтера. Зачем тебе это рисование? Капусты не будет с рисованием. Нужно на бухгалтера идти. Но бухгалтер означает работа с информацией. Я сразу раз взял ее руки. По пальцам человека можно определить силу планет. Смотрю силу Меркурия по нулям. Сила Меркурия определяет возможность общаться, заниматься финансами там, и так далее. Финансовая сила человека. Нет силы в ней никакой. Нет такой силы. Я говорю: моя хорошая, тебе так тяжело будет. Ты хоть раз денежки считала? Вот сядь и посчитай целый день денежки, чтобы все было по порядку, там все было как положено. Я говорю: ты сможешь так жить? Она говорит: что-то трудно. Но деньги же надо, чтобы были. Я говорю: не надо тебе сейчас об этом думать. Развивайся просто как личность. Для детей. Детей пугают. Их сбивают с правильной платформы. Человек развивается как личность. Его сбивают с правильной платформы. Кем надо быть? Надо быть, сейчас учиться на кого? Специалист по международным отношениям. Раз. Менеджмент. Два. Бухгалтерия. Три. Вот все, в основном, молодых людей спрашивают: ты кто? Он говорит: я специалист по международным отношениям. Ну, почти что Черчилль. Ну, работает дворником почему-то. Черчилль почему-то дворником устроился. Непонятно почему. Специалист же. Почему бы международными отношениями не заниматься? Почему дворником пошел? А ты кто? А я управляющий. На специальность управления. Ну, как бы, управлением даже не пахнет никаким. Как вы знаете, управляющий. Я могу вам управлять, помочь. Ну, хорошо, замечательно, очень привлекательно. Чувствуется сразу прямо, что управляющий. А почему ты туда пошел? Почему ты пошел к управляющему? Почему ты не предаешь бальные танцы? Потому что мне учительница сказала, что там будет много денежек. Так ты же вообще, у тебя другая природа, зачем тебе туда идти? Видите, люди даже не понимают, что есть природа человека. Какой управляющий, какие менеджеры, какие, понимаете, люди разные бывают. Люди разные важны, люди разные нужны. И каждый на своем поприще счастлив должен стать. Я знаю счастливых парикмахеров, знаю много-много разных счастливых людей, которые очень счастливы в жизни. Но счастье — это главная ценность, понимаете, не деньги — это главная ценность. Есть много людей, у них есть деньги, но нет счастья совсем. Можно заставить, если сильная воля, можно заставить себя делать деятельность не по своей природе. Это истощает, потом убивает психику совсем. Человек на пределе начинает жить просто. Он делает, да, он зарабатывает деньги. Какой ценой? Ценой своего счастья. Становится несчастным просто. Смотрите, деятельность по природе. Она что развивает? Вот здесь два направления жизни, смотрите. Одно направление. Тупо зарабатываем деньги. Что развивает? Ничего не развивает. Просто денег больше становится и все. А второе направление сложнее. Надо, чтобы зарабатывать, надо себя как личность развить. Вот чтобы художнику, допустим, иметь средства на жизнь, ему надо стать хорошим художником. А это уже непросто, да? Но если у него природа быть художником, вот я, допустим, в Питере в Русский музей зашел, не в Эрмитаж зашел, а в Русский музей. В Эрмитаж я зашел, что-то мне там не понравилось, там одно и то же все. Там голые тетки, сражения. Одни голые тетки. Одни эти вельможи, голые тетки и сражения. Больше ничего нет. Вот весь Эрмитаж. Русский мужик здесь зашел, смотрю: господи, Айвазовский, красота-то какая, море. Черное море, кстати, Черное море рисовал. Я его никогда таким не видел. Как он это нашел? Такие красивые эти все штормы, волны там. Или там Шишкин там, да, красота неописуемая, природа
Просто красота неописуемая. Я думаю, да фотографию возьми, сфотографируй, сравни вот этот лес, как он нарисовал, и то, что на фотографии. Фотографии по нулям. То, что нарисовал, просто смотришь, и глаза не могут наглядеться. Почему? Любовь туда вложена, сила любви человеческой. Вот эта энергия любви, это уже деятельность разума. Это уже деятельность разума. Для этого надо себя заставлять таким быть, надо туда вкладывать силы. Это не просто стать таким человеком, но таким надо стать. Потому что много радости и счастья. Смотрите, все, кто об его картине думает сейчас с любовью, связь с этим человеком устанавливается, он испытывает счастье. Одну картину нарисовал, и столько уже веков счастья. Она не остается, не расстается счастье с человеком. Да? И сквозь годы, и сквозь расстояние, да? На любой дороге, в стороне любой, песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. Концерт продолжается, да? Я просто немножко вас развлекаю, чтобы не скучно было. Итак, видите, идея в чем заключается? В том, что когда человек что-то ценное делает, это связь, остается связь. Почему так люди хотят увековечить себя? Они интуитивно чувствуют, что если ты что-то ценное сделал, потом счастье будет догонять тебя. Те, кто это видит, это чувствует, связь между людьми остается всегда, она не прекращается. Это легко доказать, я каждый раз на лекциях доказываю. Вот человек тело оставил, вы чувствуете его, помните его, болеете о нем. Поднимите руку, кто сейчас это чувствует? Но его же нет. Почему вы чувствуете это? Если нет, то ничего нет. Почему вы чувствуете? Нет, вы ошибаетесь. Это вы так себе кажется вам. Вы его чувствуете, потому что он есть. Он есть прямо сейчас. Прямо сейчас есть. Но вы об этом не знаете. А я знаю, потому что я могу это видеть. Чувствовать это. Так же, как вы меня. Как зовут человека? Как ее зовут? Вот смотрите, сразу первая мысль. Очень добрый человек. Правильно? Откуда я это узнал? Потому что она с вами прямо сейчас связана. Понимаете, у вас сердца связаны друг с другом. Ваше сердце и ее сердце связаны. Поэтому люди связаны друг с другом, понимаете? То есть мы помним, думаем о ком-то, мы тут же достигаем этого объекта. Ум имеет такую природу, веды описывают, что он может достигать любого объекта в доли секунды. Понимаете, мы все связаны друг с другом. И поэтому, когда человек добрые дела в жизни делает, он становится счастливым надолго, не на одну жизнь. Потому что люди вспоминают его добрые дела, и связь эта устанавливается, и так человек счастлив живет и дальше, в следующей жизни. Есть люди удачливые, да? Удача что такое? Означает, счастьем питают те, кто связан с ним с прошлых жизней, как ангелы-хранители, понимаете? И вот, когда у человека деятельность по его природе, его развитие может быть бесконечно большим. Понимаете, светофорик может гореть сильнее, 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 сильнее. Но для того, чтобы начать так жить, нужно развивать себя как личность. Понимаете, то есть специальность в данном случае на втором месте стоит. Кем я буду работать? Может быть, я буду дворником работать какое-то время, но продолжать рисовать картины. Какое мое предназначение? Быть дворником или картины рисовать в данном случае? Предназначение — это то, что человека развивает как личность. Понимаете, та деятельность, которая его развивает. Большинство людей сейчас, мы, смотрите, если бы у нас была правильная культура, человека бы определяли по его наклонностям с самого рождения, и к 18-20 годам он уже был способен своей природой зарабатывать себе на жизнь. Вот некоторые люди говорят, у меня хобби, вот мне нравится, допустим, заботиться о людях. А работа у меня просто, я, допустим, деньги зарабатываю там как-то. Ну, просто работают, все. Природа в данном случае заботится о людях. А деньги зарабатывать почему? Потому что надо жить.
Допустим, у человека природа не развивалась, если бы ты развился по своей природе, ты бы был, допустим, главой какой-то благотворительной организации, которая бы там кормила всех бесплатно и так далее. Но ты просто работаешь, зарабатываешь просто себе на жизнь. Почему? Потому что надо жить. Человек не может жить без квартиры, без жилья, без еды, без тепла. Мы не можем жить, нужно работать, чтобы жить. Так? Но почему мы несчастливы в своей труде? Потому что мы недоразвиты. Если человек развивается как личность, он делает то, что ему нравится. Для людей. Делает то, что ему нравится. Допустим, женщинам всегда нравится заботиться. Это женские специальности, заботиться. Вот даже брать предназначение, допустим, очень сильно мужское и женское предназначение отличается. Та же самая природа, быть ученым, допустим, первая природа у женщины, первая природа, быть ученым. Но как она у женщины проявляется? Женщина преподает в школе. Почему? Потому что она любит заботиться. Потому что преподавание в школе – это забота в основном. Некоторые женщины думают, преподавание в школе – это гонять детей. Нет, детей не гонять надо, им надо давать любовь. Строгость – это тоже вид любви. Это тоже вид любви. Я помню глаза своей преподавательницы младших классов. Мне очень повезло, хороший человек достался. Я помню один эпизод, начало учебы, 2 недели с начала учебы прошло, получил 2 единицы на одной странице, с двух сторон, на одном листе, с двух сторон. Я пошел в школу, чтобы вырвать этот лист, чтобы не показать родителям, потому что мне было стыдно. Я пошел в школу, когда я вырывал лист, оказалось, что я подошел прямо к своему классу. Моя учительница, она смотрела прямо на меня, когда я вырывал этот лист. Когда я его вырвал, она посмотрела и видела учительницу. Вот, и она меня позвала вот пальчиком так. И она пронумеровала у меня листочки все. Клеила листочек этот. Я увидел любовь в этом всем. Я увидел, что она с любовью это делает, она заботится обо мне как о человеке. Она это делает не для того, чтобы мне отомстить там и как-то показать, что она крутая преподавательница. Нет, просто вот забота. И это запомнилось на всю жизнь. Строгость вот такая человеческая, женская строгость. Это любовь, ведь любви такой. Потому что она занималась своим делом. Ей нравилось детей воспитывать. Природа, видите, разум действует бескорыстно, но в рамках своей природы. Допустим, как определить ребенка? Допустим, ребенок любит маме, бабушке строить дом. Да, он на машине ездит, бабушке строит дом. Его спрашивают, ты себе строишь дом? Нет, я хочу бабушке построить. Мне не нужно, я хочу бабушке построить. Это уже проявляется природа человека. Допустим, может быть, он строителем будет, еще не точно. Но у него, по крайней мере, есть вот эта вот жилка какая-то, что-то делать для других, вот практическое такое. Итак, видите, специальность ученого, как проявляется в ребенке. Если у вас в семье есть работа над собой, если у вас разум работает, разум активен в вашей семье, то это значит, в ребенке это будет проявляться следующим образом. Внимательно слушайте. Первое качество, самое главное. Дети, которые склонны к знанию, они смотрят на мир несколько иначе, чем все остальные. То есть они отстранены от деятельности. Это первое их проявление. Они не склонны в гущу событий влетать. Допустим, есть дети, которые в центре событий, то есть там футбол играют, им надо там быть. Этот ребенок наблюдает, как играет футбол, кто как играет. Ему интересно вот это. Ему интересно понять, что происходит, зачем они играют в футбол. Папа, а зачем эти мальчики бегают за этим мячиком? Зачем они его пытаются туда запихать? Этот вопрос, на который я до сих пор себе не ответил. Мне уже 48 лет почти. Я до сих пор не ответил на этот вопрос себе. Зачем же они его пытаются запихать? Не могу этого понять. Ну понятно, они понятно зачем, они хотят деньги зарабатывать.
А мы-то зачем на это смотрим? Вот это непонятно. Ведь жизнь кончается, потом скоро в следующее тело попадает. Ты зря время просто тратишь свое. Вот жизнь проходит. Старинные часы еще идут. Жизнь невозможно повернуть назад, и время ни на миг не остановишь. Да? Старинные часы еще идут. А мы футбол смотрим в это время. Вот это безмозглый сюжет. Но мы себе не отдаем этого отчета, не отдаем. Мы думаем, что жизнь предназначена для наслаждения, для того, чтобы просто балдеть. Но веды говорят, что жизнь вообще не предназначена для наслаждения. Вот это вот желание наслаждаться жизнью не приносит глубокого удовлетворения в сердце. Это просто пустая трата времени. Пустая трата времени. Человек становится несчастным, живя такой жизнью. Он не достигает ничего в жизни. Итак, такой ребенок, который склонен к деятельности разума, он ищет правду. Он ищет знания, ищет правду. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот это означает эта категория детей. Эта категория, она интересуется. Все дети спрашивают, а это что, а это что? Но у них разные цели. Одни дети спрашивают, первая категория, для того, чтобы понять, как устроен мир и сделать людей счастливыми с помощью знаний. Вторая категория, в которых вот этот центр более активен, средний, энергия любви к людям, любви к людям. На втором месте знания. Означает, те, кто склонны структурировать жизнь общества, делать так, чтобы все правильно в этой жизни было, общество, чтобы правильно шло. Это правители. Они считают, что счастье людей – это главное в жизни, чтобы люди все были счастливы – это главное. Знание этому помогает. На втором месте знание. Третий тип людей – энергия любви на первом месте. Но второй светофорик уже не знание, а самосохранение. Это означает, что счастье людей на первом месте, люди должны быть счастливы. Это подсознательно то, что живет в человеке глубоко. А на втором месте он считает, что счастье означает достаток жизни. Что жизнь будет, должна течь хорошо у людей, тогда люди будут счастливы. Это увеличение достатка в жизни, стремление к достатку. Не к руководству, управлению людьми, а к достатку. Это называется бизнесмены уже, третья категория людей. Четвертая категория людей – нижний светофорик, самосохранение, вот это вот, самодостаточность, работает очень сильно. На втором месте вот эта энергия любви, этот светофорик. Человек хочет любви в деятельности своей, любви в труде. Он хочет трудиться с любовью, творческой деятельностью заниматься, делать то, что ему по природе нравится. Он очень сосредоточен вот на том, чтобы отдать свою деятельность людям, свой творческий труд. Вот это категория людей, которые направляют свои силы в труд. Не в достаток, не в зарабатывание денег, не в управление, не в знание, а в труд. Видите, сразу возникает вопрос, а какая категория людей лучше? Ответ такой, одинаковые, все хороши. Допустим, Микеланджело, это кто по природе? Микеланджело кто? Это который скульптуры делают. Последняя, четвертая категория. Любовь к труду. То есть он занимался своей деятельностью. Он в труд вкладывал силы, и он делал такие вещи, которые до сих пор удивляют людей своей красотой. Понимаете? Колумб, кто по природе был? Третья категория. Третья. Он открыл людям возможность
сотрудничать. Он искал сотрудничество, искал новые земли для развития деятельности. У него такая природа была. Суворов кто был по природе? Вторая категория, правитель. Ломоносов кто был по природе? Первая категория, ученый. Видите, выдающиеся, все это выдающиеся люди, разной природы. То есть неважно какая, выдающимся человеком может быть разной природы. Не обязательно только вот ученые выдающиеся или правители. Нет, разных категорий могут быть выдающиеся люди. Надо, каждый человек должен заниматься своим делом. Никто не должен не своим делом каким-то заниматься. Сейчас всех учат управлению вот этой вот второй категории. Но это безумие, это безумие. Это не принесет счастья человеку, если он будет заниматься этим, не имея на то склонности внутри. Что такое сила разума? Это означает та сила, которая развивает человека. Понимаете, вот смотрите, на начальном этапе начали деньги зарабатывать. Ну, допустим, я бухгалтер, у меня нет природы быть бухгалтером. Бухгалтер — это третья категория. Допустим, я выучился на бухгалтера. Для того, чтобы развиваться в бухгалтерии, мне нужно иметь способность общаться с цифрами и с людьми. То есть взаимодействие очень сильное с этими двумя категориями жизни. Людьми и фактами, цифрами. Означает, что очень сильно работает вот эти два центра разума. Средний и нижний. Очень сильно работает. Человек развивается. Чем больше работает, тем сильнее развивается. Все сильнее бухгалтер, сильнее и сильнее. И стал выдающимся человеком в этой области, там, допустим. Выдающимся человеком. Если я работаю по своей природе. Но как определить, что я по своей природе работаю? А меня не деньги мотивировали заниматься этой деятельностью. Вот попытайтесь понять, о чем я сейчас говорю. Мне просто нравится, чтобы все было организовано в деятельности, чтобы люди были счастливы. Мне вот что нравится? Мне нравится, чтобы на производстве, на котором я работаю, чтобы все было правильно, чтобы был порядок. Понимаете? Поэтому я бухгалтер. Мне нравится вот там сделать порядок, поэтому я бухгалтер. Не потому, что там мне платят нормальные деньги. Потому что мне может быть и это тоже. Смотрите, я бухгалтер, потому что мне нормальные деньги платят. Но счастья в этом случае уже не будет. Почему? Потому что когда человек действует по своей природе, перетягивает, вот внимательно послушайте меня, можно ли мотивированным быть деньгами и действовать по своей природе? Нет. Вот допустим, смотрите, правитель, природа-правитель. Есть такие люди, природа-правитель, мотивирован желанием сосать кровь с людей и зарабатывать на них деньги. То есть, ну, правитель, да? А природа правитель. Правитель, какая природа у правителя? У него природа такая. Как он испытывает счастье, правитель? Заботясь о людях, защищая их жизнь, создавая законы, которые делают их счастливыми. Он получает счастье, он испытывает огромное удовлетворение от этого, ему хорошо становится. Если, допустим, я имею природу правителя, но при этом попираю эту природу и просто сосу из людей кровь, я буду счастлив? Так, ну-ка, думайте. Буду или нет? А? Может, буду? Поднимите руку, кто буду. Кто считает, что буду счастлив? Ну, честно, честно. Ну, давай, мы же честно собрались с вами. Вот так кто-то поднял руку. Спасибо вам за честность.